Как эзотерически можно быстро выучить английский? Спасибо за совет. Для того, чтобы выучить английский язык, используйте такой механизм. Выпишите там 10-15 слов, которые вы должны запомнить сегодня. И перед тем, как произносить какое-либо слово, отвернитесь и произнесите какую-либо абракадабру. То есть, вот держите листочек, отворачивайтесь и говорите «храме чупуха чумур». И после этого смотрите на это слово и говорите там «the color, the color, the color, the color, the color». Снова отворачивайтесь и говорите «хроме там чимер чепуха чимер бум». После этого «the color, the color». И так вот с каждым словом. Вам будет достаточно сделать это два раза, утром и вечером, и вы на второй день, к своему удивлению, обратите внимание на то, что вы выучили слова. Также, когда вы учите слова, всегда делайте вот такие движения пальцами. Правой руки желательно, правой руки. Если вы устали и запоминать невозможно, начните делать то же самое на левой руке. Это очень ускоряет наше сознание, очень ускоряет и меняет позиции наших полушарий. И правая рука связана с тем, чтобы большие полушарии запускались, а левая рука, чтобы оперативная память работала лучше. Поэтому, когда человек начинает первый раз изучать что-то, он должен на левой руке делать вот такие движения. А потом, когда хочет и повторяет слова, правой рукой делать вот такие движения. Это наверняка приведет к тому, что более легко будут запоминаться слова. Надеюсь, это вам будет в дальнейшем необходимо. Ну и будет полезно, вернее.